Здание общежития номер 2 Брестского государственного технического университета было построено в 1970 году. За это время оно стало вторым домом для многих тысяч студентов, но с течением времени стало нуждаться в капитальном ремонте. С этой задачей справились профессионалы из объединения «Брест-Облсельстрой», а торжественное открытие объекта стало важным событием в жизни вуза и отличным подарком к новому учебному году. Сегодня здесь созданы самые комфортабельные условия для проживания. И это один из ярких примеров той социальной политики, которую проводит наше государство, забота о людях, о студенчестве, чтобы у них не было никаких особых проблем, значит, со снятием жилья. И на сегодняшний день вот с вводом этого общежития в эксплуатацию у нас 100% обеспеченность иногородних жильем в университете. Капитальный ремонт состоял из двух частей. Сначала выполнили тепловую реабилитацию фасада, поменяли стеклопакеты, затем заменили внутренние инженерные сети, обновили кровлю и установили новую пожарную сигнализацию. Удобство и комфорт одинаково важны и для белорусов, и для ребят-иностранцев. Они смогли еще раз убедиться, что не ошиблись при выборе страны, города и университета для получения высшего образования. В новом учебном году в техническом вузе будут обучаться 350 иностранных студентов из 34 стран. Конечно, очень многое поменялось, и условия намного комфортнее, чем были до этого. Очень нравится душевая, вот наша ванная комната, плитка, очень красивый цвет, все так здорово подобрано. Вот, в комнате красивые обои, аккуратные полы. Теперь 404 обновленных жилых блока на площади, превышающей 13 тысяч квадратных метров, постепенно заполняются новоселами. Общежитие рассчитано на проживание более 1000 человек, в числе которых и преподаватели, и студенты. Разницу до и после в полной мере могут ощутить те, кто проживал здесь до капитального ремонта. Я из Венесуэли. Я приехала здесь 8 месяцев назад. Мне сразу понравился этот город, потому что это люди очень хорошо и красиво. Это моя комната, очень удобный, красивый, большой, чистый. Тоже мне нравится в университете, потому что там я думаю лучше преподаватель. Это очень хорошо. Мне нравится эта страна и эта город, потому что это очень спокойный. Я приехал из Шри-Ланки, учусь на строительном факультете второй год. В целом могу сказать, что Брест – прекрасный зеленый город, а в университете дают качественное образование. Это общежитие мне очень нравится. Комнаты здесь более объемные, новая мебель, новая отделка, особенно душевая. Большинство иностранных студентов живут на одном этаже. Мы дружим, ходим в гости, встречаемся на коридоре и на кухне и хорошо проводим время. Капитальный ремонт был проведен за счет средств республиканского бюджета и собственных средств вуза. Всего затрачено порядка 5 миллионов рублей. Работы завершены оперативно. За 59 дней строителям удалось подарить общежитию новый облик и вторую жизнь.